Ну, миксорка не знает этого. Чего вы доебались? Успокой. Все нормально, все хорошо, тише. Все, он крутится сейчас у тебя. Мы их не убьем, у нас столько танков нет. 80. Смотрите, значит, сова скидывает эту хуйню циклоном, как перезагрузку. И что еще что-то было? Да, тайфуном. И еще что-то было. Кто-то скидывал еще. Чашка, может. Один из нас какой-то дэкашной фигней сбивается. Кто-то еще скидывал. Анхолик можно выживать, типа... Костяной так, щит, не заходим в этот, потому что трэш тут под, прыгает. Кстати, вышел ли я под зеленкой? Это не магический дамаг. Кокс тоже умри. Кто там еще? Зеленка не поможет. Но я уже танчил, проверял. Уже рули, это самый старый, чем мы сбивали? Два. Лестницы, пожалуйста. О, этот, сдохните, чтобы трэш не прыгал по рейду. Или выйдите с инста. Да мы только тайфуном сбивали, по-моему. Ты и оф или чё? Нет, это идти надо. Ну отойди, чё, мы вот нужно на трэше, ёпт. Нет, кто-то ещё нас сбивал, 100 пудов я помню. Сбивало 2 человека. Лу, ты где там? Сейчас ты просил, чтоб Рога станом сбивал, но стан не сбивал. Стан не сбивает, прерывание сбивает, пинок. Уваров, я думаю, тоже сбивают. Пинок не сбивает. Да не сбивает эту херню, народ. Перезарядку пики не работают. Господа, все хорошо. Ну что, ты хочешь подудешить? Да я на Рогу уже просрал свой плащ. Не-не, мы сейчас хиль, потому что нужны сейчас будут сальвы 100 пудов. Короче, смотри, я, ну, как бы, может быть, у вас другая старта, но мы, смотри, как бы убивали роботов 3 танка, у нас не умерло ни одной человек. Никто не стопал ДПС. Было пару сальф на метиса и все. Угу. Ну вот посмотрим, сейчас до него еще дойти надо. Ну да, трэш сложнее босс. Смотри, сейчас, короче, оффхэнд и кистевой я тебе дам. Угу, хорошо. Это магия 44 брюлей. Да-да-да, блядь. 44 брюле? Ну да. Ходим. Мне ж плохо стало. Ну 40, у него брюли во всех спеках. ПВП, ПВЕ, там, на этих... Фоу донатер, да? Подходим, давайте быстрее бафаемся. Пошли чистить трэш, поаккуратно. Паша везучий просто. Да. Он просто встает в 6 утра, не идет, не умывается, идет до ларани, короче, делает 5 кругов вокруг фонтана, молится памятнику, и потом идет купить рулетку. Удачи, овер 999, да? Да. Ну вот, спляй, тащи сюда. Именно поэтому, мне не одного брюля, блядь. Паш, сколько ты в прошлый раз на этом, на орке вышел? 38? Да. Не сбивается станом. Бля, я думаю, это и мало, я 40 хотел. Я тоже 40 хотел. Вот это надо сбивать, перезарядку. Красавец. Оба, пока. Стан не работает. За стол подойти, когда он вот так отстает. Не-не-не, достает. Я пробовал, достает. Перезаряжаем. Не торопимся, куда побежали? Танк сейчас подымут? Или ты встал? Я зашел, бейте дальше. Давай, пошли дальше. Под незыбкой выжить можно, под полтинником пало. Ну, ревностные упала, да. Чё, сколько ударило? Мне не сколько. Да не, а другим ДК. Классный был ешка в стан. Топа. Сука. Блять, не успела, сука.
Да. Девяносто шесть. Попробуй подкаст нажми этот. Да. Выжил. Еще точку попробуй нажать костяной. Как же ненавижу этот трэш. Кристаллизированных бань. Потихонечку идем. По черепу играем, да? Да, да, да. Во-во-во. Бани, ты его можешь, нет? Это механизм. Угу, все понял. Бейте череп быстрее. О, блядь, меня откинул. Нет, нормально. Кто там? Второго маленького доливаем или голема? Да, 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 второго маленького. Они увеличивают голема, потом голем... Смотрите, кузнецы шипаются на изи, а кристалловые палятся. Я понял. Да, значит, делаем по-другому ничего. Смотрите, не стойте в центр. Блять, блин. Забаньте. Забаньте кристального, кузнеца зашипайте. Отлично, все, молодцы. Играем поэтому. Там дота на кузнеца. По кузнецу играйте, микстурку прохил. Дал просвет. Да, эти мобы все контроли подаются, кроме вот этого уничтожителя робота. А по черепу сыграли, да и убили его. Если будет, блять, кастовать. Отошли. Сука. Еще один пак. Добивайте тот. Лёг я. Давайте хотя бы тут. Кузнеца, кузнеца, ферните. И всё нормально будет. Может, бомжей дать? Не, не надо. Всё отлично. Уже кто-то брал. Нормально. Бьём. Сыграли по кристаллизированному, нормально всё. Гра. Вижу. Аккаунт еще надо сейчас. Ребят, бан кому-нибудь, да раздавайте контроль. Смотрите, не откиньтесь. Срыв игрова. Он в рейде какой-то стоит, за контроль, пожалуйста. Второго фирку ходят. Далеко. Я спину. А, ты втанкивай. Выбери. Чё, ты боячки не падает?
Да, потому что ты вредина. А я могу на меня. Да ладно, ладно, мы пошутим. Так, так, этого контрольтик у кузнеца залили в шипе. А череп. Ты имеешь в виду за тем, ну, где босс стоит, вот этот треугольник? Отменяйте бан. Арес. Давайте поднимайтесь. Времени не так дохуя. Кузнец есть, не? Вижу. Нет. Стаминку киньте. Череп, крест этих контрольте. Пошли, танки. А у них это минь. Он на шоке там. Угу. Нет, у меня диск заряд не аншотнет. Перезарядка пошла. По черепу играем быстрее. Разрядку давайте, циклоны. Попробуйте. Тайфун, а не циклон. Да, тайфун. Тайфун. А, по-моему, ДКшное сало. Это... Не сбивает, я проверил. А. Или у меня промах голову. Сбейте. Ну-ка, Соча. Бля, ебанул. Ну, короче, когда я отбегала, меня на половине пути станило и не на ФФП сносило. Быстрее сносите квест. Объясню, как работает скилл. Надо во время того, как он кастует, кто-то приагрил. Тогда он массово разлетается, а не танковит. Ну, танк из Глинтерсов как-то за угол забегал и по нему не прошивало. Я хуй знает, как он это делает. Как? Текстуры не пробивает. А я вот не мог найти такой угол, чтобы, ну, вы поняли. Я тебя уже нашел этот угол. Ну так покажи его. Встань в угол. Я не могу, я сдохла. О, сука, бомжи ебаные. Ни одной воронки, блядь. Поднялись. Даем баф. Починиться, джив стоит. Где? Кто-то там говорил, переагрить надо, да? Везде. Кто-то там говорил, переагрить надо, да? Я что-то себе так думал, но да. Я не знаю, сейчас переагрил чел с меня, во время костей меня ебануло просто шок. Кузнеца, шип, того контроль, играем череп, крест. А крылья спасает? Да. Я шотнулся. Череп перехватили? Может, бомжей, чтоб они не шотали? Не то. А, понятно. Короче, бежать во время коста. Дай бомжей. Есть кто из ДК? КД. Там моб, кажется, не в контроле. А убили Лока. Убили. Половина рейда бежит. Просто жесть. Просто... Ну, там вроде от массового каста можно убегать как бы. Ну да, 45 метров убегай. Зачем? Зачем? А, это без бэра? Ну. Сейчас всех пошотает, вот станешь и рейснешь. Ну
Ладно. Умрите. Умирайте тогда. Чё сейчас пройду. Ну, дальше. Чуван зашкерился в инвизии, бля. А он, короче, в комбат не входит и просто резает всех потом. Когда кто-то нейтрально делает. Ну так, а чё, я и не говорю, что нейтрально. Ну, капец. Машайр, поставал, блядь, в конце бросил. А волшебный поток у нас есть в альфинах? Нет, не работал. Я помню, что точно сбивали у меня два персонажа эти косты. Первая была сова. Дай спекнуть с танка еще одного. Второй кто был? Вот хоть тресни, не помню. Че, сало сбивает, нет? ДКшная ничего не сбивает, я поверил. Погоди, я в танке тоже. Все, люди не дошли. Какая труба? Подзорная труба Мурадина. Это фиолетовая? Само не просто. Я пипи вообще не ставил. Тавр. Давайте, может быть, Геру на треши давать. Нормально. Замечательная идея. Гениально. Хоть успеем одного черепа убить. Между фиолетовым. Мне спикаться, нет? Нет, не надо. Играем по черепу, техконтроль. Я крестик заберу. По черепу сыграю. Все, пошли. Попробую стонтить. По черепу, быренько. Может. У меня ревостный есть. Ну вот стоунтил, видать, помогает. Не знаю, я дал рывок одновременно и эфир, нахуй. Вот не стоунтил. Я стоунтил, правда, там танка не ваншотнула, но... Тебя ваншотнула. Стоунтить во время каста. Ну ёбаный, спасибо. Спасибо. Тут меня убило мили-атакой, но не кастом. Надо таунтить на расстоянии, и никого не убивает. Отойдите от чердесского взрыва. Когда я от него отбегаю жопу, и никто не таунтит, он меня не убивает. Понимаете? Ну вот стаунтил, не убил. Когда таунтите, меня просто шотает. Короче, ты нуб просто. Вот и все. Да я тоже тут стаунтил, что-то. Там вот не дается, надо до каста как-то успеть. Надо 3 раза стаунтить, 8 раз пробежать против часовой стрелки вокруг моба, а потом подпрыгнуть направо и прыгнуть сразу налево, и потом сесть похавать. И понять, что Войт пидорас. Ой. Это Войт так дамажит просто, это он ротацию свою рассказал. А как же бабл камень возвращение? Специи типа всем надо? Что надо? Погоди. Ликет, погоди. Я этого босса в лицо не видел, ты говоришь, захилит. Да? Ну какой-то быстрый, ну, должен быть. Этот по обычной беде все. Го, короче, микстурка начнет его танчить, а потом, короче, я. И я буду танчить ванхольники, потому что у меня пагора тут получше будет. Я так... Смотри, короче, нужно... Делайте три танка и... Соло танк. Было мощное отрой, если ты втыкаешь. Нет, тогда не будем. Два танка нужно. Три. Тогда не будем этого делать, Тауэр. У вас... Ну, когда будет процентов 40 у босса, у вас все по пизде пойдет и люди начнут умирать. Он у меня. Уже проверено. Нет, парни, как бы мы не против. Если вы хотите покурировать два танка, мы можем... Нет. Что у вас? Объясняй, я слушал другую тактику от человека. Я? Нет.
Умора, что у вас было? Три танка на боссе, Хант собирает сверки по внутреннему кругу. Пулять начинаем от урона отсюда, где стоит печенька. Здесь туда становится весь рейд, кроме Ханта, который становится... это мне метка не ставится, который становится немножко правее от левой ноги, соответственно, самого босса. Ты сделай релоуд. Релоуд сделай и поставь метки. Так, сейчас. Омин же есть у тебя, Эрл? Аддон Омин стоит? Ну, так, а кто танки сейчас? Микстурка, Винар. Винар, и я думаю, Корстон будет. 3ДК, ну тогда вообще у вас проблем не будет. Ну, так, типа, по Омину следите, и когда, там, допустим, перегоняет или второй, то на пулы отдавать. У нашего одного ДК есть Т5. Если она в анхолике, агрогенерация будет очень жесткая. Я говорю, типа, пусть фула микстурка заберет босса, а потом я, типа, поднаберусь по агро, типа. Ну, я понял. Это так легче будет. Типа... Ну, а после уже Корстона будете так меняться? Так, смотрите. Я, ну, если, конечно, мне можно будет руководить рейдом, то я требую, чтобы все танки три одели ДД. Весь рейд стоит звездочку. Один хант, кто будет собирать сферы, любой. Он у нас один, это Арналь, да? Арналь, ты стоишь в луну, по команде ты даешь на пул на мейн танка, например, начинает микстурка, даешь на него мизерек, как только хант кинул на пул, весь рейд двинулся за печенькой, в одном кемпе бежим строго в центр, не останавливаясь, вместе с танками. Босс прибегает в центр, ДК под напулом его забирает, весь рейд становится во фрейм босса. Фрейм босса круглая красная пятна. Встаем боссу между ног, даем геру с пула и начинаем жестко долбить босса. Босс, время от времени, короче, ну, это все остальное вы знаете, что он скидывает косты. Главное, чтобы были три танка. Как только он откинул первого танка, например, микстура, все на пул идут с него. То есть комбат-рок и хант. Потому что хант бегает вот по этому кругу. Это... Хант бегает вот по этому кругу, как сейчас бегает, бежит у моря. Вопросик. Важный вопросик по тактике. Вот мы в пике Блиндер, типа, делали так, что под всеми бафами было 40 хп, ну, типа, усилки. Да, я только хотел сказать, что усилки скидывать надо. Да, сейчас Макс сделает портал Белоран, и все РДД хилы, точнее, все, у кого сейчас меньше 33 тысяч хп фулл бафом, идут, скидывают усилки и делают себе. Потому что... Да, с Варом похуй, можно... Да, миликом... Да, Вару пофиг. Пусть делают лучше 35. Да, мы еще мы делали сколько? Мы делали 32, по-моему, и пили сапрот. Да, мы делали 32 и пили сапрот. И все было изи. У нас не упал ни один. А если у меня под бафами 34 600, нормально? Да. Тебе не надо. Хорошо быть турель. Выпейте фласки, блядь, на стамину, на медики мозги. Не надо. Нет, сапрот нужно выбить, потому что, смотрите, когда он бьет руками в землю, это не физдамаг, это дамаг от тайной магии. Умора, погоди. От темного. Кинули обмен, кинули обмен, получили сапрот. Быстро. Тём, я с ГБ две штуки возьму, ладно? Нет. Стуманите. Слышишь, что ж, это темный урон, не тайный. Сколько он бьет? Бьет, ну смотри, там 3 тика, средний урон по 7000. Иногда может критовать. То есть может выпасть сапрот, так. А мастер аур плюс эта херня вам не поможет на квест сапрот? Не поможет. Ну, тебе не хватит мастер ауров просто. И все. Он очень часто бьет кулаками. 3 тика по секунде каждый на один тик. Бьем все сапроты. Так, у меня даже быстрее. Нет, у чача интернет отвалился, мне написал в WhatsApp, короче, он же вообще не живет, что-то у него шляпа какая-то. Сейчас, говорит, попробуй, ошибка, говорит, какая-то, сейчас попробуй. А, ебучая вообще. Мы когда траили, люди умирали, там была информация о смерти, вот, 3 тика от кулаков, там 7к, там, допустим, 8 и 15 было. А мы сейчас можем сделать проще. Смотрите, сейчас все скинут, ну, у кого меньше, там, 30к, 32. Все посмотрели, сейчас все скинут усилки, у кого меньше, мы придем туда, дадим фулл баф, похаваем рыбу, и уже усилками догонимся там до 32 тысяч. Выпьем сапрот, все остальные усилки как бы закидываем по своим этим, куда положено.
Сальву берегите. Да. Сальва, скорее всего, будет закидываться на локов, на метиса. Можно кидать боб, неважно. И учитывая еще, вот, допустим, у локов связка душ. У шипешников на 15 урон, на 15% урон снижен шадов. Нет, я не против, честно, как бы, я просто... Не, я просто для варов. Если вы будете пробовать вмешательством скинуть игру, лучше не надо. Да не в танк и вмешательство давать, ёбаный. Я не про то, а в ДДшников. Если вдруг... Внутреннего никто не выходит. Если вдруг у кого-то там не получается скинуть игру, и вы слышите свой ник «Стоп ДПС», вы просто прожимаете эскейп и стоите АФКшки, пока не будет команды. По поводу на пулу. У нас есть один рога, у нас есть один хант. На пул даете по команде. Это будет либо микстура, либо Ивинар, либо Корстон. Других вариантов на пулу не будет. Ники тоже будут анонсировать. А тут сильно всекает вообще, нет? Нет. Всекает нормально. Но ты за ДДшными тринчами справишься, если они у тебя есть. Так, мучачер зайдет. Лёха, одевай две ДДшные тринки. Да, мучачер... нет. Мучачер не зайдет. Что-нибудь одевай ДДшные. Пойти голову тут. Есть кто-то у вас из хилов? Сейчас, секунду, гляну. Нет. Я могу хила сфекнуть, если что. ДДшер есть? Мы потеряем дохуя. Нет. Где план? У нас вообще сейчас борода в онлайне. Ну что, спекаться мне? Сейчас пройду. Бычий голову тут нет. Ты знаешь, что ты в DC. Давай заходи. Кого там Сумон плюс чат? Так, ваша Паша, ты кричишь по КД на ХП. Сейчас все весь народ сумонем, крикнешь, мы все посмотрим. По своему количеству. Добьемся ХП, выпьем сапрот и убьем этого босса на. Так, Боря, ты же помнил, да, что тебе делать? Борис, Бритва. Да, как обычно, бегаешь молча просто. Вот смотри, Боря, вот как я сейчас, как печенька бегает, вот по внешней дуге маленького круга. Главное по внешней дуге. Если а не внутри он бегал, случайно? Нет, он бегал по внешней дуге, по внешней. Окей. И еще нюанс, никто не выходит из фрейма босса. Если босс, просто это будет такая фишка, что, например, ДК набил нормально агро, босс его откинул, и агро не сразу перешло на второго танка, и босс немножко сделает несколько шагов вперед. Весь рейд должен сделать несколько шагов вперед вместе с... Всегда находитесь во фрейме босс. Да. Антох, еще раз. Таргет на танке. Танч. И все. Набивать максимально агро. То есть сначала стартуем из звезды, да, получается? Это не хитрость на самом деле, это наоборот неправильная работоспособность обилки босса, потому что если, например, вот босс стоит звездочка, точнее, где звездочка заканчивается во фрейм, в любом случае между звездочкой и зоной удара молнии должна быть мертвая зона. Здесь этой мертвой зоны нету. То есть ты можешь встать вот так вот, встать, и в тебя даст, ну, всю мили-зону накроет молнией. Если вас накроет молнией хотя бы раз, это ваншот. Ну, это вайп. Сколько же времени есть? Времени есть на что? Вычепи голову, ты зайдешь, нет? Ответь мне, пожалуйста, здесь. Куда нет? Добирать будете, пока талант сменить не будет. Да я уже написал здесь. У нас просто сейчас вообще тухлят. Нет ДСиков никого, то есть он 250-й чуваки, но не нулевом. Лёх, тебе не нужно переагривать, босс не таунтится. Есть вон второй ДСшник, что-то. Просто, знаешь, как будто танчите босса так, как будто вы танчите леди 25 гер и на вас 7 стаков.
Агро должно быть на вас. Как вы это будете делать? Стоите, танчите, и этот, как вы набираете агро, кто будет первее, это, блядь, тот убьет. Да, да. Просто босс будет автоматически вас откидывать, и вы будете отлетать буквально там на 2-3 шага назад. Если вы отлетели, обратно забегаете к боссу в таргет, продолжаете набирать агро. Когда вас откидывают, все ваше агро на минус 20% режет. Рейд, весь рейд стартует звезды, кроме ханта, который стоит в луне и дает мисдирект. Все, потом хант начинает бежать по кругу, рейд весь стоит в центре. Прям сейчас метку поставлю. Ну, надо ориентир. Дальше нету. Чего? Сколько у него там лямов? Сколько у него доберся? 10 минут? Да, 10 минут. Так, ну, мы убивали приблизительно где-то с минутой в запасе. Сколько у вас ДПС общего было? У нас было меньше, чем у вас ДПС. Немного, да. Просто тут главное не ронять никого. Сари, давай в хила. Так, я пошел у ссылки тогда перебивать. Просто чтобы вы понимали, у нас не было таких чупов, типов как маг, как царь обезьян, которые дают там стабильно 17+. Царь обезьян у вас уже нет. Нормально. Кого сумон плюс чат? Давайте оперативнее. 39к, это отлично вообще, ты не умер. Тёма, ты завтра... Отлично или много? Это... Мне сказали 20 мнений, и ни один не сказал нормального. Смотри, чтобы сова единственная в рейде не сдохла. Скажите мне одно число, пожалуйста. Смотри так, 35 тысяч, от 35 тысяч ты не умрёшь. А дальше уже делать чё. При 35 тысяч... 100%. В любом случае не сдохну, точно? Да. Даже если босса с пулечкой. Хорошо, я портанусь, скину до 35. Этот, как его, не знаю еще, посмотрю. Потому что, блядь, такой день завтра будет насыщенный. Что я пойду записываю. Я тебе в этом, в ВК напишу. Ну мы так или иначе, там придешь, не придешь, будем собираться все равно завтра. Тогда? А вы третьего босса тут били вообще? Этого-то? Это что-то? Ну Изейши. Но после этого. Он Изейши был до фиксов. Да, чего? Что теперь сделали? Да не, он так же Изейши. Ничего пока просто... не сделали, мы на него не ходили банально, вы не знаете теперь как. Его очень долго бить просто и все. А это да. Там просто моба убивают, что там могли пофиксить, да? Там ничего не было, ничего там. Тате мы что пофиксили? Вы про каратэша? Так, успокоились, вы еще не ходили, не знаете ничего, так что не надо загадывать, бля. Придем, увидим, победим, уйдем. Да. Что ты скинул? Да, но я в силу атаки забил, не в силу заклинания. Дайте ему порт, блядь. Да ладно, там 63 усилки возьми. Дайте ему порт. Сука, я тебе сейчас сам дам порт, блядь. Давай, я... Так, а что у нас? Самонятие? Ультиматум. А ты чего силки бегал? Ты чё, блин? Я таланты менял. А у кого там фласки? Дайте на ап фласку. Танк. Здесь сапрот. Танком можно на ап выпить. Да, их не так сильно под прошу. Сапротом будет, нахуй. Не знаю, я под сапротом бить не буду никогда, нахуй, не собираюсь. Ну, блять, будешь вздыхать. Буду вздыхать, буду сам себе ГП кидать, какая разница у них. Сумон. Шкаф поставьте. А где ты там? Сумали. Ну, баприст. Рыба. Ой, ну все. Один раз оступился, теперь будешь вспоминать. Да, это уже не первый раз. Кто там с первыми левелами, скиллами, блядь, бил? И такого не было никогда. Да, да, да. Было, нахуй. Все, лут я не нас, умоляю. Ну лучше оффхенд разроль. Я тут уже. Сапроты раздавались уже? Сапроты у звезды. Ну танком, да, танком не надо. Еще и ДКшникам сапроты пить, пизда. Ну, на всякий случай. Я могу и не пить, могу ДДшную фласку, как Орел скажет. А что там, ДДшники одного вообще не у кого? Иди спрыгни с моста, нахуй. Удали весь шмот, сука. Иди, так. ДДшний РЛ. Чек на готовность. Умара готов? Вовнерский.
Что, говоришь, ждем, пока он сюда придет, да? Кого нету? А, Чудан. Так, мы пока раз. Крикните на ХП. Крикнем, когда надо. Нет, ну точно сейчас. О, все. 34,5, нормально? Да, пойдет. Круто. Чек на готовность. Бафы поели, рыбу. Рыба есть. В чем проблема? Все, по внешке тут. Блять, дайте-ка я еще чек сделаю, иначе нахуй сейчас шепнемся. Так, кто начинает танчить? Микстурка. На полу микстурку. Арнольд, мизерек на микстурку кинешь. Все готовы? Давай на изготовку, я дам отчет. Отчет на пол. Кидай. Поехали. Побежали, побежали, побежали. Не стоим, не стоим. Босса в центр. На полную микстурку дали. Т4, Геро. Сейчас надо проживить, проживить эту Геро. Прохил рейд. Дай прожимку. Ну, блядь, потому что не все пробежали. Кто-то заслакал в конце и полетело в него это хуй. Так, лопасос, Бэйрю Мору. Маша Эль-Ре. Где на пол? После кулаков встаем. Встали. Фрейм босса, встали, быстрее. Фрейм. Бафали. Ну все. Нет, нет. Это хуйня. Шаман тотем убирай отсюда. Ложимся. Потому что эта хуйня летит в тотема. И выйдите, босса, выйдите с комнаты. Бежите, не останавливайтесь. Сейчас вас полетит луч, но. Может лучше лечь, потому что гер будет 10 минут КД. Да, ну тогда падайте. Какой-то очень. Очень босс. Очень важный нюанс. Правильно его спулить. Все просто. Чтобы никто не получил урон. Ребят, зайдите все, сдохните, я вас резко, на мне диван. Гера будет в КД у вас. Слышите? Ебать, вы не умеете сарказма нахуй расценивать, блядь. Какой-то очень сложный босс, я не понял, что произошло, и вайпнулся. Так вот кто нас вайпнул. Господи, что происходит? У Мора, а танк вообще не должен двигаться, как поставил в центре все, в каст? Нет, нет, можно двигаться. Вот эти офф-танки вообще не перестают набирать агро никогда. Все время в омане должны быть первые три танка, все. Если кто-то выбился вперед третьего танка, то значит мы либо его сальвуем, либо он стопает. Танки стоят в одной точке в центре, да? Да, да, танки стоят в одной точке. То есть, ну, не важно, где вы будете. Меня не достали. Да, в центре тоже не достали. Треснет те, кто в центре. Сейчас. Я хочу спекнуться в ДК. Потому что сало не должно быть, если все правильно спулят босса. Никто не будет не стоять сало. Я вот не понял одного, зачем микстурка тогда отходил с боссом. Надо шевелиться или что? Не нужно шевелить. Вас откинуло. Да. Это нормально, то, что его откинуло. Ребят, еще раз повторю. Вам объясняли тактику. Вы что вам слушаете? Жопа или что? Должны все тогда во фрейме передвигаться сразу, не докастовывать косты свои. Так я ж об этом и говорил уже. Об этом вам было сказано. Босс, босса напуливает на микстурку хант. При слове атак. Соответственно, только босс запулился, мы бежим куда? Правильно, мы бежим в центр. Босс ставится в центре, мы заходим во фрейм босса. Босс начинает кидать кулаки. Если вы правильно все перебежите, первая молния полетит в ханта. Если неправильно, полетит в мили. Соответственно, микстурка, если получится, давай прожимку сразу, нахуй, чтобы встать. Дальше. Соответственно, когда босс будет кастовать кулаки, он будет сбрасывать агро с танка на 20% и откидывать его на чуть-чуть от центра, соответственно, откидывать. Далее, соответственно, пока он кастует кулаки, он продамаживает рейд. Во время кулаков рейд должен быть на фулл столбе. Соответственно, никто не докастовывает, когда танк откинуло, сразу бежите во фрейм босс.
Не стоим, не докастовываем, бросили косты, побежали. Надеюсь, всем понятно. Чек на готовность. Сейчас я левого прокастался с нейрологным центром. Ну, как релогницу скажешь. Угу. Ну, короче, при слове атака мы бежим. Да, со слова атака все начинают бежать. Все одновременно, никто не слышит. Все, я готов. Все готовы? Хан, подбегай чуть дальше. Максимально раньше. А чё мы не можем сразу в середину? Отчёт на пол. Потому что пол, если прилетит молния, получим сама. Давай, давай. Побежали, побежали. Ну, бежим, да, часто. Раньше времени. Не бега... это, всё, уже ЛПшки, ЛПшки в босса. Быстрее, быстрее. Молния в миле. Дима, прожим. Две. Сразу после сала. Быстрее прожимку. Прохил рейда на фул. Дали Геру. Танка откинула сразу за ним во фрейме. Побежали. Обратно на центр. Обратно на центр ставь его. Все бегут за фреймом босса. Метису Сарева закинул. Маликет, закинь Метису Сарева. Побежали. Похил рейда. Еще одну свадьбу найти. На пол на Корстена сейчас. Да, блядь, не вижу его. Побежали быстрее. Пал ближе, так? Побежали быстрее. Сместились чуть-чуть. Метису сальва. На полную корпусу. Шредер, по Метису сальву дай. Берса 10 минут у него, да? Угу. Хорошо. Сместились. Дал прожимку на столько. Кстати, я тоже даю прожимку на зону под магией. Лишний флот.
пан пишет. Панк в Дисе. Раньше времени не принимайте, потому что может забагаться хилбот. Смещаемся. Метису сам. Сейчас да. Что, на нем дебафы увеличены время 10? Да кем захочешь, тем залетишь. Лучше желательно варом. Тут других фаз нет. Так, нет, тут на микстуру остался. Стоп лут, на микстуру на пол. ТЦ, придай мне сил на турбу кидай. Я вот беру. Окей. На полную микстуру. КД. Сальва метис. Малифет дай. Если есть. Так, хилы нормально поманит? Да. У меня все стабильно. Так, лопасос, готовься, я при пиво бэрить. Не надо, нет, не давай бэр. С интернетом какая-то хуйня у пива. Я ищу КД. Да я вижу, тогда не давай. Оставь БР, возможно, метис упадет еще. Не-не-не, упадет. Ты видишь? Сила. Честно, я вахну, там же молодцы. Метису сальбу на пол, на... Ну, 3 ДК. На кого на пол? Это практически соло танч. На пол на тот. Ну, возможно это ТП, да. Просто я не ходил с ТП. Я не ходил с ТП-ми так. Не, вот на, здесь в 2 идти, а если в Т5, один он кулик. Мы тут танчили как бы в пол-1. Всё, лишь... Мы начали в 2 без Т5. Сместились, быстро, быстро сместились. Рахил рейда. Дима, дай прожимку. У него когда... А, не есть. Тиса сальваните и Корстон на... Да, Корстон на пол, Метису сальваните. Сальванул. Ебанить его бопни. Нет, не зачем. Он спокойно просто Пауле дает свои 32 тысячи. Это вся фаза боя. Это весь бой вообще. Да, потом расскажешь. А что расскажешь? Да, ребят, ну хорош флудить, серьезно. Вот мастер сидит, всех затыкает и в итоге начинает орать. Я хоть кого-то затыкал хоть раз, ну? Давай просто идем, потом поговорим. Сместились. Метису сальву на этого. Маликет. На полную микстурку. Ну, посол, дай Инер, по-моему. Дам, дам, я ему по КД заливаю. 2 секунды КД. Царь без маны. Все нормально, у меня же деньги. Прохил рейдом. Шансунг, дай на ману. На курс там на 3. А сколько ДБС? Нормально, все бьем. На курс на пол. Че там, сальву надо тебе? Метису сальву. Давай, дал. Сместились. Сместились. Дим, центр поставь обратно. Смещаемся.
На корсту на ПКД прикснул. Да все же. Сапротами мастер. Предлагаю под сапротом 9к лично по мне, по остальным хз. Какое говно, ой, простите. Пистон свернул. Ебать. ГЦ хули. Кстати, у нас у Виби. Виби второй кусок. На демона. Заебись ГЦ Виби. Красавчик. Записываю. А у меня будет четвертый кусок. Не, не надо. А, ну тогда не знаю. А, ну, нужен он вам? Ну ты... Это самое... Паладин, разбойник, шаман. У них разбойник, паладин. А у нас есть вообще такие? Подожди. Смотри. Так, паладин, разбойник, шаман. А, да, все. Уступаю, берите, у нас некому. Слышишь, там насчет так. Четвертого куска Виби с трубой СМК решайте. Потому что ему отдали перчи слепца. Угу. Пусть мы двое решает. Я-то не в курсе. Трубой с ППР просто выше, и я просто думал, у него только две шмотки. Тогда он будет. На БРС. То эта тринька нужна кому-то? На беспонтовую. Да, да, говно. Надо кому-то. А что на кого она вообще? Старый клинок. Чисто из-за названия давай. Ляц. Ну, вы там сами определитесь. Она бесполезная. Мор на тебя скинул. Да. Так, старый Корстон, кому так. Нужно? Наши чуть позже с разрывом. Нет, не сгорел, успокойтесь. Еще час и 5 минут. Идем на звездочет. Да убьем сейчас эту шмару. А, там соло танком все убивает. Так, мне дальше я оставаться. Соло АДК танк и все. Да. Соло будешь танчить. Кого? Звездочек. Маба сзади привели. Да. А, там вообще один танк, двух-трех танков. Да, будет один танк. Нет, будет. Нужен один. Будет один танк. Ну если чё, микстурка останется, остальные в ДД. Так-то чё. А кто без команды спулил трэш еще? Это трэш пришел. Yeah. Еще у нас. Ну, молодцы. Сука, еще сигарет нету, блядь. Ебаный бот. Турбо. Ложитесь. Турбо, у тебя какие куски? У меня написано слепец 18 сентября ты получил. И потом нету никакой инфы. Уходи. Где он? Будет. Я себе грудак купил. Я одну шмотку ждал, какую еще купить. Либо штаны, либо плечи. Не выходите туда, там опять будет моб сейчас ходить. Это моб, который вот летает, который резнулся. Не знаю, Антоха, поставь шкаф? Блять, моб. Ходите внутрь, смотри. Так что там... Так что там Виби заберет эту шмотку, да? Ну по факту надо турбо отдать, у него ПР больше, и ему четвертую шмотку. По факту турбо. А там. У Виби две шмотки есть? Нет? Ну, вот шмотка. Вот это вторая шмотка. Ну, так но пускай будет. Четвертый. Так у турбо четвертый. А, если у турбо четвертый, пускай турбо забирает. Все, ППР. Бейте моба, бейте моба. Станьте только в стенку, чтобы не стену улетели. Спиной. Стену спиной, опять прилетели на В. Под череп играем. Чихан в комнату улетит. Сейчас и хант, и собака его улетит, и придет трэш. А это трэш резнулся или это, блядь, ну... Резнулся. Сука. Через час резнуться могу. Сейчас воронки там посыпятся, народ. Ага. Ну, может, через два. Я же в курсе. Не совсем, наверное.